железнодорожный дизель-электрический кран грузоподъемностью в 15 тонн создан коллективом завода имени 1 мая в городе Кирове. Проектированием руководил Владимир Дмитриевич Сергеев, один из ведущих конструкторов завода. Опытный образец новой машины успешно прошел заводские испытания. Новый кран надежен и прост. Он работает быстрее и производительнее и обладает большей маневренностью, нежели краны старых систем. Управление краном осуществляется при помощи четырех рукояток и нескольких кнопок. Уже в этом году завод начнет серийный выпуск таких механизмов. Широким потоком идет на предприятие новая техника семилетки.